Столица повышает качество оказания государственных услуг. Для этого в госучреждениях проводят специальные проверки. А для того, чтобы сотрудники госорганов не поддались соблазну, первым руководителям местных исполнительных органов направлены рекомендации по устранению нарушений. Дамир Абов подробнее. Анализ коррупционных рисков во всех местных исполнительных органах столицы выявил 303 так называемых скрытых государственных услуг. Точнее, имеющие признаки таковых, но не зарегистрированные в госреестре. По итогам проверок, в результате департаментом первым руководителем госорганов направлены 176 рекомендаций по устранению выявленных нарушений. Сейчас 15 скрытых госуслуг уже поддержаны. По линии местных исполнительных органов они направили уже Министерство национальной экономики для включения в реестр. Вообще система государственной службы сейчас кардинально меняется. Это на себе уже ощущают работники акиматов и различных ведомств. Отбор на вакантные должности стал прозрачней и объективней. Число конкурсных процедур увеличилось в два раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Реформа государственной службы идет. И уже начал действовать план принципа меритократии. Более 200 государственных служащих уже назначены на вышестоящие должности. Кстати, руководителям столичных комитетов или управлений при переводе на другую должность ограничили возможность перехода командами, благодаря чему кадровые перемещения в госорганах Астаны снизились в два раза с 12 до 6%. Дамир Абуов и Аблай Сейлбек. Итоги дня.